Ты зачем меня выгнала? И где ты вообще? Меня выгнала. Я испугалась. Хотела под кровать посмотреть. Она бум на ноги мне прыгнула. Мне чуть пятки сердца не ушло. Слышала? Я не хотела, чуть пятки сердца не ушло. Хотя такая милая. Это за то, что ты ее не видишь. Ладно, ладно, вижу я тебя. Я вижу все. Я пошутила. Я же, конечно же, вижу тебя. Ух ты, маленькая. Ники, сиди и играй со своими игрушками. Да. Жадина. Ой, тебя типа обижают, да? Вику, оставь в покое, резинку оставь ее, нельзя, Ники. Ники, нельзя. Сейчас она порядок наведет. То есть не порядок, а беспорядок. Ничего ты не понимаешь. Вот она понимает толк в порядке. Да, Ники? Что ты там ищешь? Я не понимаю, что ты там увидела на самом дне? Какая цвет? Никуся, а давай кобоя поиграем? Кобоя. Будешь? Пойдем поиграть в кобой. Подожди, ты видишь, она занята пока. Ага. Ты наш поисковик. Нашла? Я. И что ты нашла? Скажу, зеленую штукенцию какую-то. Ники! Ты ушу, залазка. Ты у меня ягодка кусачая. Ну-ка, посмотри-ка. Такая уже тяжеленькая становишься. К папе телефон, давай.
Слышишь, я чуть не уронила тебя, не кусь. Бери, Игорь. Все хорошо у тебя там? Пойдем посмотрим, кто там за окном. Посмотрим, посмотрим. Ну, кто там? Кто здесь? Машины ездят, да? Птички летают. Это стекло. Все, я спускаюсь. Как с тобой тут снимать? Не, я к телефону. Иди, иди, иди. Иди ко мне. Все, разбираешь на запчасти? У тебя там что? У тебя там склад игрушек или ремонтная мастерская? Скажи, пожалуйста. Ну ты же видишь, там не дается тебе. И не надо, чтобы тебе там давалось. Спустись оттуда. О, нашла в итоге. Правда, что неизвестно, но нашла. А вы все ваши там шмуглеры, румблеры, да, юндексы. Вот самый настоящий поисковик. Обращайтесь. Все, что нужно будет, найдет. Найдешь? Это что было? Это сбой программы был, да? Продолжаем. Давай, давай, иди. Спрячься туда, спрячься, чтобы тебя никто не нашел, Ники, спрячься. Прячься туда, да. Прячься. В эту сумочку спрячься. Эй. Эй.
Вот складывать потом кто это все будет, скажи, пожалуйста. Ты как вообще туда умудрилась залезть? Все? Колючую водичку будешь пить? Ой.